майским праздникам город украсят яркими красками. Сотрудники муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» приступили к высадке однолетних цветов в клумбы и газоны. В первую очередь украшают те территории, на которых пройдут праздники 1 и 9 мая. Цветы высаживают на Красноармейской от Галактионовской до Куйбышева, на Фрунзе от Льва Толстого до Красноармейской, на Молдогвардейской напротив площади Славы, в скверах на площади Куйбышева, на площади Революции, а также на аллее Трудовой Славы от Ташкентского переулка до Советской. К тому же в мае, когда региональная столица примет юбилейный фестиваль «Российская студенческая весна», туристические маршруты должны предстать во всей красе. Для этих целей предусмотрены не только цветы. Вырастили 100 туй, которые из Алексеевского питомника также постепенно переезжают в Самару. Помимо этого, в первой декаде мая планируют начать установку новых ландшафтных фигур, символикой студ весны. Однолетники у нас будут. Тагетис, вот видите, разного колера. Это лимонный, желтый, оранжевый. Петуния будет, катарантус будет, бегония, герань, ну и другие. Чтобы каждая клумба как можно дольше радовала горожан и гостей Самары, заранее прорабатывается дизайн. Работая в той или иной локации, специалисты четко знают, каких цветов и сколько должно быть высажено, в какой последовательности они должны располагаться. На некоторых клумбах уже цветут тюльпаны. 120 тысяч луковиц были высажены еще осенью 2021 года на площади, превышающей 2000 квадратных метров. А всходы начали появляться в середине апреля этого года. Как только тюльпаны завянут, им на смену придут новые насаждения. Жители города усилия сотрудников предприятия «Спецремстройзеленхоз» оценили. Анна Гудкова говорит, приятно видеть, как город преображается. И особенно радостно замечать на клумбах любимые сорта цветов. Три сорта – петунья, вот цинерария и бархотки. А все, что разноцветное, мне нравится. Оно повышает настроение. Сохранить цветущую красоту позволит регулярная забота, удаление отцветших бутонов и сорняков, рыхление почвы, внесение подкормки и, конечно, полив. В рамках реализации муниципальной программы «Цветущий город» в этом году общая площадь цветников в Самаре составит свыше 38 тысяч квадратных метров. Только однолетних растений планируется высадить более 1,5 миллионов корней, многолетних – порядка 20 тысяч. Кроме клумб, радовать взор будут кашпо с цветами и другие конструкции для вертикального мобильного озеленения. Виктория Шарая, Григорий Плешаков. События.